Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 19 ноября 2022 года. И нашим ягодкам буквально через несколько дней исполнится один месяц. Кто спрашивал Фиму, вот она у меня, счастливая, здоровая, веселая собака. Хулиганит. Да, это мама наших ягодок. Фима, ну вот почему не участвует Фима в видео про щенков? Потому что шило в попе у Фимы. Фима! Ах ты, Фима. Папа у нас, Прянюшка, ну покажись ты хоть. Сказали, давно Фиму не видели. Где Фима? Жива ли Фима? Вот оно, шилопопое создание. Ой, 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 ой. Так, с мамой снимать собачку маленькую очень тяжело. Так, Фима, давай-ка иди-ка ты с кровати. Ты помешаешься. Ой, так, ягодки наши. Что про ягодок хочу сказать? Посмотрите, малышка Ясмина до сих пор такая малышка и остается. Лидеры у нас. Да, вчера купила ему такую игрушку. Так, лидеры у нас по-прежнему остаются Еджина и Ярославна. Да, две крупненькие девочки. Красавец Яромир в продаже. Вот он у нас бесподобно красивущий. Малышка Ясмина. Просто прелесть. Сейчас мы попробуем. Меня эта камера не фокусирует. Маленьких вот таких щенков. Ой-ой, скажи, свет в глазки попал. Посмотрите на эту крошку. Это просто шедеврально красивый ребенок. Это малышка Ясмина. Открываем для резерва, ребят. Да. Оп. Ой, скажи. Я жду, скажи, маму и папу. Так, вот у нас, значит, лидеры. По размеру, я имею в виду. И вот эта девочка, небольшая, не маленькая. Она, ну, обратите внимание, Янита. Она намного, конечно, больше Ясмины, но меньше, чем Ярославна и Яджина. Вот эта девочка тоже открывается для резерва. Тоже длинношерстная. Покажись. Папу Прянюшку видели вы, дорогие друзья, неоднократно. Шоколадный у нас папочка. Так, ну что? Здесь у нас веселые игры. Мы растем, мы взрослеем, мы становимся все старше и веселее, и активнее. Пробовали уже первые прикормы, то есть они уже интересуются едой. Так, в комнате у нас тепло, да, у нас борьба. Яромира, братика, надо за... Вот смотрите, вот моя Джинка, мне кажется, она пухлявее пухлявых. Так, смотрим. Самая нарядная девочка. Выбираю себе девчонку под Левчика, невесту для Левчика. Либо вот это, у нее много белого, что я люблю в шоколаде. Очень нарядный. И пушистик. Но вот это мне больше нравится по мордочке, по экстерьеру. Скорее всего, она останется жить с нами. Поэтому вот это Ярославна. Сейчас, как только я определюсь с выбором, кто остается с нами, я имена поменяю. С нами останется Яджина в памяти моей первой собачки, Джиночки. Вот. А, значит, я просто назову вот эту красоту Ярославной. Тут, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Мне просто надо определиться с девчонками, кого оставить себе. Ну, вот этот шедевр открыт для резерва. Цена мальчика 120 тысяч рублей. Длинношерстный, бело-лиловый. Можно резервировать. Красивущий парень.
Так, девочка Ясмина, которая очень-очень маленькая. Она просто, ребята, крошечная. Цена 150 тысяч рублей. Длина шерстная. Курносая, бело-шоколадная. Ой, бело-шоколадная. Шоколадная с белыми отметинами. Ясмина. Так. И Янита. 120 тысяч рублей. Тоже красивая девочка. Очень хорошо. Посмотрите, как здесь уже просто кудрявая шерсть. У нее хорошо будет одета. Так, ну вот, остается нам выбрать для Левчика невесту. Если вам интересно, дорогие друзья, кто же все-таки останется жить с нами, нарядная-принарядная девочка, которую я изначально хотела из-за окраса оставить себе, или ее сестренка, самая крупная девочка из этого помета изначально, которую я, конечно же, оставила бы себе исключительно из-за размера, потому что мне надо выбрать под разведение для Левчика крупную девочку. Левчик у нас малыш. Оставайтесь с нами на канале нашего питомника. И мы вместе с вами будем наблюдать, как растут, развиваются эти чишки-детишки. Мама у нас, кстати, Фимочка не крупная, коренастая, коби типа. Детки обещают быть такими же. Лапочки у всех толстенькие, не длинные. То есть дети будут очень красивые все из этого помета. У меня сложность только с размером, конечно, с качеством экстерьера по голове меня интересует. Мамка курносая, папка у нас, сын Масика. Масик у нас 1,5 килограмма, очень закурношенный ребенок. Фима у нас дочь министра, он длинношерстный. Цветная генетика, министр голубопалевый у нас. А это, кстати, бабушка Дуся. Вот этим детям бабушка Дуся, она приходится по линии мамы, бабушкой. Ей уже более 10 лет, а ее мама, это наша Тасенька, вот она жива-здорова, Тасеньке недавно исполнилось 14 лет. Тася, Тася что-то думает. Тася что-то думает, о чем-то она думает. Фима ловит песчанок. Вот, так что генетика у нас прекрасная. Обратите внимание, до какого колена, что называется, живых предков я сейчас показала, хотя бы тех, которые находятся в этой комнате. В соседних еще больше. Все живы-здоровы. Самой старшей прабабушке 14 лет. И да, в этих ребятках есть кровь Бориса, коренастого, нашего чемпиона, красавца, которому тоже более 10 лет уже. Ага, более 11 ему уже. Вот как время-то летит. Вот. И Бориса я часто показываю на общих видеопрогулке. Все живы-здоровы. Вот в каком колене, смотрите. Вам живая родословная, что называется, на канале нашего питомника. Генетика этих детишек. На этом, дорогие друзья, я с вами буду прощаться, но ненадолго. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч.